Я хотел бы не просто тут поразвлекать вас, я хотел бы, чтобы что-то сделать для вашего сердца. Și eu am venit aici nu ca să vă distrez pe voi, dar să fac ceva pentru inima voastră. И прежде чем мы сейчас помолимся. Și înainte ca să ne rugăm. Вот мне пришла сейчас такая идея. Mi-a venit o idee. Давайте сделаем так. Вот то, что вы можете сейчас писать записки анонимные сюда. То, что касается отношений. Deci, voi scrieți acum foițe anonim cu privire la relație. Только не пишите записку на спине ниже сидящего соседа. Желательно на листочках. Если найдете листочки, если захотите, можете писать записки. Deci, nu scrieți scrisorile pe spinarea vecinului de jos, dar scrieți scrisorile, foițe. Анонимные записки, касающиеся проблемы отношений. Scrisori anonime în care doriți să întrebați despre problemele din relație. Вот. Ну, если хотите, это как вариант. Deci, dacă doriți. Прямо по ходу, вот мы сейчас будем что-то говорить, а вы по ходу можете передавать сюда, и мы будем брать вашу записку, и по ходу будем отвечать на те вопросы, которые у вас есть. Вы знаете, иногда есть вещи, которые стыдно сказать, спросить. Угу. Кажется, что это все и так знают, все подумают, что я какой-то неправильный, там, что я такие вопросы задаю. Вот. А когда пишешь записку и анонимно, то оно как бы нормально, и не так стыдно, и проще какие-то вещи спросить. Поэтому, если хотите, спрашивайте. Deci, voi scrieți aceste scrisorile pe parcurs, atâta timp cât noi vom vorbi, noi vom primi aceste scrisorile și le vom citi, din motiv că dacă o să vă sculați, o să spuneți în picioare, o să puteți să vă intimidați, puteți să, din anumite motive să nu pronunțați, poate vă rușinați. Dar atunci când scrieți o scrisoare anonimă, este mult mai ușor. Și, desigur că o să aflați și răspuns la întrebarea dumneavoastră. И вот теперь я такие технические вопросы сказал, теперь давайте помолимся. Acum, haideți să ne rugăm. Господи, Ты видишь здесь всех детей Твоих. И мы хотим, Господи, чтобы каждый из здесь находящихся был счастлив в отношениях. Мы хотим, Господи, чтобы каждый, кто здесь, и не только здесь, получал благословение от отношений, парни, отношения с девушками, девушки от отношений с парнями, чтобы однажды, Господи, в нашей церкви возникали здоровые, крепкие, счастливые, радостные и служащие Тебе семьи. Поэтому вот, Боже, вот то, что сейчас будет говориться, мы хотим, чтобы оно действительно было так вот, до сердца, чтобы мы, каждый, кто здесь находится, понял что-то очень важное для себя. Поэтому Ты действуй Духом Святым и сделай Духом Святым то, что не может сделать человеческое слово. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Но для начала я вам расскажу, как я однажды... Это для парней, в первую очередь. Deci, будьте pentru început я вам повести, как я одата, deci pentru băieți mai mult. Как я однажды вообще попал со своей женой, будущей. Deci, cum eu am nimerit, așa să spun, cu viitoarea mea soție? Когда я начал к ней, так сказать, пристреливаться. Atunci când eu am început să chitesc, să ochesc. Она мне начала нравиться. Я început să-mi placă. Но я еще не понял, стоит ли строить с ней серьезные отношения или нет. Dar eu încă nu am înțeles face să construiesc cu ea o relație sau nu. Сколько вам лет было? Подожди, это позже. Это интересно. Это интересно, но я об этом скажу, но потом. Хорошо. И я, значит, у нее день рождения. Și я avut ziua de naștere. Я был очень занят, так у меня куча всяких дел было. Și eu am fost atât de ocupat cu foarte multe treburi. И я пробегал мимо магазинчика, смотрю, там такая прикольная мышка висит, такая пушистая, мягкая игрушка. Și eu, trecând pe lângă un butic, am văzut cum stă atârnat așa un șoricel pufos de pluș. Она такая круглая была. Așa a fost rotund. У нее вот здесь такая веревочка и присоска, ее можно на присоске вот прицепить. Deci, avea o ață în cap și puteai să o aning de sticlă sau de ceva.
И такая эта мышка, такая игрушка, такая интересная, тут какой-то у нее красный воротничок. Și așa era o jucărie de interesantă și avea un guler roșu. Я купил эту мышку и подарил ей на день рождения. Eu am cumpărat repede acest șuricel și i-am dăruit la ziua de naștere. Прошло где-то 2.5 года. Потом, через год, мы начали строить серьезные отношения с ним. Deci, a trecut undeva 2 ani și jumătate, deci peste un an după acea zi de naștere am început să construim o relație, să avem, să prietenim. И где-то прошло 2.5 года. Și a trecut undeva 2 ani și jumătate. Так. Мы сидим, пишем, пригласи, у нее дома пишем пригласительные на свадьбу. Și noi stăm și scrim invitație la nuntă. И у нее висит эта мышка. Și la ea stă atârnată acest șoricel. Oh, я говорю, мой подарок висит. Și eu mă uit așa, cadoul meu stă acolo atârnat. Она говорит, да, подарок, да, твой. Și ea spune, да, cadoul e al tău. Я говорю, слушай, а что у нее на вот этом красном воротничке, вот здесь, что у нее тут намазано белым что-то? Și eu întreb, dar ce are ea așa uns pe gulerul acela, cu alb ceva? Она говорит, это не воротничок. Și ea spune, dar acesta nu este guler. Это вообще-то сердечко. Aceasta este o inimioară. И там не намазано, там написано I you. Și acolo nu este uns ceva, dar este scris I you. И оказывается, что я ей подарил эту мышку. Și așa s-a primit că eu i-am dăruit acest șoricel. Я-то вообще ничего не понял. Eu nimic nu am înțeles. А она сразу все прочитала и все поняла. Dar ea deodată totul a înțeles. К слову, Александр Анатольевич. И я, не зная того, признался своей жене в любви. Și eu neștiind, am avut o declarație de dragoste pentru viitoarea soție. О, как бывает. Я так же, у меня то же самое было. Да? Реально то же самое. Но ты же у кого учился, слушай. Так вот именно. Я потом вспомнил. Но у меня была обезьяна, и у нее вот так на животе тоже I love you. И когда я взял пакет, чтобы подарить, елки-палки. Это же как у лисичного. Но я тоже не хотел. Вот, да. Ну, это так, слово для того, чтобы... А часто это принтри аутели. Но я, если вы хотите, я напоминаю вам, вы можете писать записки, там, если хотите... Deci, можете... вы адук, ряду каминты, как путеть со скрисорели. Можете поспать. Путеть со дормить. Да, ну, как хотите. Ком дурить. Ну, а теперь мы перейдем к таким, ну, посерьезнее вещам. Dar acum, haideți să trecem la lucruri mai serioase. Есть такая тема, которая, я думаю, знакома многим из вас. Есть еще одна тема, по которой considero, что есть кунаскута тутурора дintre voi, sau multora dintre voi. Это тема одиночества. Есть тема сингуратати. У каждого человека наступает возраст, когда он начинает остро ощущать свое одиночество. La fiecare om vine așa o perioadă în care el începe foarte mult să simtă singurătatea lui. И это одиночество уже не может восполнить папа, мама, друг, подруга. Не могут. Și această singurătate nu poate să fie umplută de mama, tata, de prietenul sau prietena. Мы начинаем очень остро ощущать нужду в человеке противоположного пола. Și noi începem să simțim nevoia de atenție din partea sexului opus. Потому что мы, у нас вот это ощущение появляется, что только благодаря ему я смогу стать не одиноким человеком. Pentru că avem așa un simțământ că doar datorită lui eu voi putea să scap de această singurătate. И вот с этого момента мы начинаем неосознанно и осознанно искать. Мы идем по жизни и сканируем. Он, она. Нет, да, нет, да. Și în acest moment de singurătate noi mergem și inconștient noi începem să căutăm acel ideal sau acea persoană care ne va umple golul pe care îl simțim și începem să scanăm el sau ea, sau poate el, sau poate ea. И, наверное, многие из вас переживали этот момент в жизни, когда
ваш взгляд останавливался на парне или девушке, и у вас возникало это. Și probabil că mulți dintre voi ați întâlnit așa în viață că atunci când căutați, privirea voastră s-a oprit asupra unei fete sau a unui băiat și deodată ați murmurit. И как у Пушкина, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Da. Sau ca și, cum spune Alexander Pushkin, eu țin minte o clipă minunată când în fața mea ai apărut tu. И все, и тут начинается любовь. Și aici se începe dragostea. Но очень часто мы влюбляемся, а тот, в кого мы влюбились, нас абсолютно не любит. Dar de multe ori se întâmplă că noi ne îndrăgostim, dar persoana de care noi ne îndrăgostim nu ne iubește. Или он уже занят, или она. Sau deja este ocupat, sau el, sau ea. И тогда, когда мы испытываем неразделенные чувства, наше одиночество становится еще острее, больнее. Și atunci când singurătatea sau sentimentele noastre rămân neîmpărtășite, ele devin încă mai dureroase. Потому что ты уже любишь, а тебя нет. Din cauza că tu deja iubești, dar pe tine nu. И ты не можешь заставить другого человека тебя полюбить. Ты понимаешь, что это невозможно. Нельзя любовь вот выдавить, как из тюбика, зубную пасту. Невозможно. Și tu înțelegi că nu poți să-l iai așa ușor pe acel om care deja iubește și ca, așa cum scoți pasta din această sticluță, ca să-ți scoți iubirea lui. И тебе остается только мечтать. Și tu poți doar să visezi. И многие ребята, которые находятся в таком положении, они уходят в мир мечтаний. Și mulți băieți care se află în așa situație, ei pleacă în lumea sau se duc în lumea viselor. Девочки начинают смотреть романтические сериалы, читать романтические книжки, где они асоциируют себя с главной героиней. Fetele încep să citească cărți romantice, să privească seriale romantice în care ei se pun ipostaza acelor eroi. Мальчики. Băieții. Я не буду говорить, что они смотрят. Fără comentarii. Вот. А что вы, мальчики, смеетесь? Да че вы рыдите? Футбол смотрят, правильно. Băieții футбол привезк. А вы что подумали? Dar voi la ce v-ați gândit? Да. То есть, к чему я это говорю? Мы пытаемся каким-то образом справиться со своим одиночеством и со своими неразделенными чувствами. Deci, noi încercăm cumva să ne clarificăm cu singurătatea noastră și cu sentimentele noastre neîmpărtășite. И иногда câteodată, чувства нас могут настолько захватывать, сентиментели пот атât де мульт са не коплещаска, что они начинают человека разрушать. Că ei pot să încep să-l distrugă pe om. Пацаны начинают всякие опасные какие-то виды спорта, да, там заниматься или еще что-то такое, гонять на мотоциклах. Băieții încep să se ocupe cu gen de sport periculos, extreme. Девочки начинают работать над своим телом. Fetele încep să-și prelucreze corpul. И хорошо, если это фитнес, а если это всякие диеты, переходящие в анорексию, то это уже проблема. Да, și hai că dacă ar fi sportul sau fitnessul, dar atunci când fetele iau așa diete care mai apoi se transformă în anorexie. Потому что когда девочка не испытывает неразделенные чувства, она иногда начинает ненавидеть себя и свое тело. Значит, я такая, что меня он не может полюбить.
значит, мне надо сделать что-то с собой. И бедные девчонки, они начинают просто издеваться над собой и уничтожать свои тела. Și adesea se întâmplă că atunci când fetele rămân cu sentimentele neîmpărtășite, ele înțeleg că problema este în ele și încep să întreprindă anumite lucruri, ca și cum ele nu corespund standardului, ele nu arată la fel de bine. Я сейчас говорю о таких неверных путях решения проблемы одиночества. Și eu acum spun despre căile incorrecte de rezolvare a problemei singurătății. И вы знаете, ребята, я вам скажу одну простую очень вещь. Și eu vă voi spune acum un lucru foarte simplu. И печальную вещь. Și dureros. Но это реальная вещь. Dar este realitate. Каждый человек. Fiecare om. По большому счету, до конца жизни в этом мире останется одиноким. Fiecare om, până la sfârșitul vieții sale, rămâne singur. Потому что, когда мы говорим, что каждый из нас уникален, că atunci când noi vorbim că fiecare dintre noi este unic, то даже самый любящий тебя человек никогда до конца не сможет тебя понять. Atunci când chiar și persoana aceea care cel mai mult te iubește, niciodată nu te va putea înțelege până la urmă. Поэтому, если вы рассчитываете решить проблему одиночества за счет того, что однажды у вас появится пара, și dacă voi considerați că veți putea hotărî, rezolva întrebarea singurătății atunci când vă veți întâlni partenerul, то да, на каком-то уровне проблему одиночества вы решите. La un anumit nivel problema singurătății într-adevăr se va hotărî. Но на самом глубоком уровне вы проблему одиночества не решите. Dar la nivelul cel mai adânc problema singurătății nu va fi rezolvată. Многие люди думают, что проблема одиночества может легко решиться через секс. Mulți se gândesc că problema singurătății poate fi rezolvată prin sex. И многие люди, особенно парни, потому что они так устроены, они думают: «Вау, я женюсь, у меня будет много секса, и я буду счастлив». Și mulți băieți, bărbați se gândesc că dacă se vor căsători, atunci problema aceasta va fi rezolvată din cauza că vor avea parte de mult sex. Но сегодня, dar astăzi, существуют семьи, молодые люди по 30 лет, которые уже по 5, по 6, по 7, по 10 лет живут в семье, ну, в семейной жизни, и они живут как брат и сестра. Dar astăzi sunt foarte multe familii, familii tinere care au 2, 3, 5, 10 ani în cuplu și ei trăiesc ca frate și soră. Я сейчас заканчиваю курс обучения в одном американском институте по семейной психотерапии. Eu acum finisez niște cursuri de psihoterapie în America. И сейчас по статистике очень много таких семей, потому что люди вдруг понимают, что секс на самом деле не решает самые глубокие запросы их сердца. Și eu am aflat că de fapt mulți oameni văd că deja sexul nu mai este o hotărâre a problemei. Да, на первое время, когда мужчина и женщина начинают жить вместе, кажется: «Вау!» Да, pentru început, atunci când ei încep să locuiască împreună, ei sunt bucuroși, sunt uimiți. А потом начинаются проблемы, потому что человек хочет большего, чем просто физических отношений. Dar mai apoi se încep problemele din cauza că omul vrea mai mult decât niște contacte fizice. Одиночество не решается исключительно на физическом уровне. Singurătatea nu se rezolvă doar din motive fizice. Поэтому, когда ты еще до отношений, ты влюблен или ты еще не влюблен, но ты страдаешь от одиночества, ты чувствуешь, что тебе больно. Și atunci când tu chiar și până la căsătorie simți că ești singur, atunci ți este și mai dureros. Вот это то время, когда ты должен научиться решать проблему своего одиночества в Боге и с Богом. Iată, anume acum este timpul ca tu să-ți hotărăști întrebarea singurătății cu Dumnezeu și în Dumnezeu. И вы думаете: «А, снова Бог, ну и тут тоже Бог». Și voi vă gândiți: «А, iarăși Dumnezeu, cât se poate atâta Dumnezeu». Но это правда. Dar aceasta este corect.
Надо научиться говорить с Богом, плакать перед Богом, когда тебе больно. Învățați-vă să plângeți și să comunicați cu Dumnezeu atunci când vă este rău. Надо пускать, научиться впускать Бога в глубины своего одинокого сердца. Încercați să-i permiteți lui Dumnezeu să intre în adâncul inimii voastre singuratice. Надо научиться еще до отношений. Иногда я слушаю людей, они говорят: ой, я уже давно, долго не могу найти себе спутника или спутницу жизни. Am auzit de multe ori, cum oamenii spun că de mult nu pot să-mi găsesc un partener de viață. Я думаю: вау, классно. Și mă gândesc: вау, супер. Да, вау, супер. Значит, классно, это на по-румынски супер. Примерно, да. Ага. Да, то есть, смотрите, что получается. Ce se primește? Господь хочет тебя научить. Dumnezeu dorește să te învețe. В первую очередь находить полноту и целостность своей личности в Боге, а не в другом человеке. Dumnezeu dorește ca tu să-ți găsești împlinirea supremă a personalității tale, în primul rând, în Dumnezeu. Смотрите, что получается, когда встречаются два голодных изголодавшихся по отношениям человека. Uitați-vă ce se întâmplă atunci când se întâlnesc doi oameni flămânzi și înflămânziți după relație omenească. Примерно это выглядит так. Spre exemplu, arată așa. Я встретил тебя. Я тоже встретил тебя. Ну, Денис, не тебя. А, не. А то вот это, да? Да. Это как образ, да? Да. Я встретил тебя. Eu te-am întâlnit pe tine. Ты та, которая разделит проблему моего одиночества. Tu ești acea care va împărți problema singurătății mele. Ты должна разделить проблему моего одиночества. Tu trebuie să rezolvi problema singurătății mele. И два голодных человека впиваются в друг друга. Și doi oameni flămânzi se înfip unul în altul. И одиночеством своего сердца начинают пожирать друг друга. Și cu singurătatea inimii proprii încep să se mănânce unul pe altul. Брак строится не на том, что ты поедаешь другого, а на том, что ты отдаешь другому. Фамилия се конструиește не по aceea, că tu îl mănânci pe celălalt. Господь хочет нас научить тому, чтобы мы из полноты, которую Он нам дает. Deci familia se construiește pe acel principiu că tu îl suplinești pe celălalt și Dumnezeu dorește ca din plinătatea pe care El ne oferă. Отдавали это другому человеку. Din această plinătate să dăm altuia. Они пытались высосать из другого человека все, что возможно, чтобы заполнить пустоту своего сердца. Dar să nu încerci să tragi tot ce se poate din acea persoană, din partener, ca să-ți umpli golul tău din inimă. Есть два таких слова: мотивация дефицита и мотивация полноты. Sunt două mențiuni: мотивация дефицитului и мотивация полноты. Și мотивация плинатății. Избытка, да, мотивация избытка. То есть одно дело, когда у меня дефицит, и я говорю: ты тот человек, который восполнишь мой дефицит. Un lucru este că atunci când eu simt un deficit, o lipsă, și spun că tu ești acela care vei suplini lipsa mea. И другая мотивация — это мотивация избытка, когда я говорю: ты тот человек, которого я буду благословлять тем избытком, который дал мне Господь. Și un alt lucru este atunci când eu am un supliment în inimă și doresc ca cu această plinătate să te binecuvântez, să te înzestrez pe tine. Недавно я разговаривал с одной девушкой. Nu de mult am vorbit cu o fată. Она рассталась только с парнем. Nu de mult s-a despărțit de prieten. Я говорю: что ж ты рассталась с ним? Он вроде бы нормальный парень. Și eu întreb: de ce te-ai despărțit? Este un băiat bun. Ты знаешь? Știi? Я устала. Eu am obosit. Он действительно хороший. El, într-adevăr, este bun. Но это такая какая-то хорошесть, как будто он меня просто душит. Dar așa am o impresie că el ca și cum mă nădușă pe mine. Я чувствую себя с ним настолько несвободной. Он хороший, он добрый, он внимательный. Но deci, он вот этим всем меня просто вот так вот, вот душит. Deci, el, într-adevăr, este bun, este atent, dar mă simt atât de nesigură față de el, ca și cum el mă gâtuie.
Я говорю, ты чувствуешь несвободу с ним, правда же? Și eu întreb, tu simți, nu simți singurătate cu dânsul? Она говорит, да, ты понимаешь, у меня какая-то усталость от него. Deci, nu ești liberă și eu simt că eu am o oboseală de la el. И это обычно бывает в тех отношениях, где люди из друг из друга пытаются что-то... Это не на неосознанном уровне ведь происходит. Да, și de obicei, acest fenomen se întâmplă atunci când doi parteneri se stăruie să scoată cât mai mult din celălalt. Și problema este că aceasta nu este conștient. И это часто бывает даже в семьях. Și aceasta se întâmplă de multe ori în familie. Поэтому, ребят, de ce, băieți? Каждому из вас, fiecare dintre voi, много или коротко, но придется пройти этот путь. Mai puțin sau mai mult, dar va trebui să treceți prin această cale. Если вы не научитесь извлекать благословение из одиночества, și dacă voi nu vă veți învăța să primiți binecuvântare de la singurătate, если вы не встретите Бога в своем одиночестве, dacă voi nu-L veți întâlni pe Dumnezeu în singurătatea voastră, то вам будет невероятно трудно. Atunci, тогда, когда у вас будут отношения. Atunci, acest lucru va fi cu atât mai greu când veți fi într-o relație. Вы знаете, вообще, откуда я это все говорю? Știți de unde vorbesc tot acest lucru? Денис спросил, когда я женился. L-am întrebat când s-a căsătorit. Я женился в 30 лет. Eu m-am căsătorit la 30 de ani. И я знаю, что такое одиночество. Și eu știu ce este singurătatea. Да, это 10 лет от 20 до 30 у меня были очень трудными годами. Ани de la 20 la 30 au fost foarte grei pentru mine. Я пришел из армии и поступил в Тюмени в музыкальное училище на дирижерско-хоровой факультет. Eu am venit din armată și în orașul Tiumeni am intrat la facultatea de muzică, la dirijare și hor. И в это время строил дом и работал, потому что я уже не мог у мамы на шее сидеть, я без отца вырос. Și în acest timp eu deja îmi construiam casă și lucram din cauza că nu puteam să stau cu spatele mamei. Я отучился два курса в музучилище, и я поступил в университет. Филология. На филологический факультет. Și eu finisez facultatea de muzică 2 ani și intru la facultatea de filologie. Продолжал строить дом, учиться в музучилище и учился на филологическом факультете. Deci, continui să construiesc casa, învăț la muzică și la filologie. Я сам строил дом. Eu singur construiam casa. Я вам скажу, как я его, чтобы понятно было, почему я так оправдываюсь перед вами, почему я в 30 лет женился. Și acum vă voi povesti de ce, într-adevăr, la 30 de ani m-am căsătorit. Я штукатурил свой дом. Eu îmi temcuiam casa. Я начинал, приходил утром, замешивал раствор сам руками. Deci, veneam dimineață, încercam să amestec acel mortan. Начинал штукатурить. Începeam să тенкуiesc. И с перерывами на обед и ужин я штукатурил до следующего утра. Și сутки. În pauza dintre обед и ужин. Или... перерыв на обед и ужин, и все, и штукатурил от с утра до следующего утра, да. Сутки. Deci, eu făceam doar pauză pentru masă și până dimineața eu tencuiam. Потом шел, это у меня такой отпуск был, шел домой, спал до обеда, после обеда приходил снова на стройку. Și eu mă duceam dimineața, dormeam până la masă și după masă iarăși veneam și construiam mai departe. Работал там. Lucram acolo. Потом шел домой, спал, и на следующее утро приходил и снова сутки штукатурил. Mai departe, iarăși mă duceam acasă, dormeam și pe urmă, iarăși o zi întreagă eu lucram. У меня было очень мало времени заниматься личными отношениями. Aveam foarte, foarte puțin timp ca să mă ocup de relația personală. Когда я закончил университет, я поступил в аспирантуру. Când am terminat universitatea, am intrat la aspirantură. И писал кандидатскую диссертацию. Și scriam și disertare. Я садился в 6 часов вечера за письменный стол. Mă așezam la ora 6 seara la masă de scris. И на следующий день, то есть я все время сидел, писал, на следующий день, 12 часов дня, я вставал из-за письменного стола. Și a doua zi,
Peste noapte, a doua zi la ora 12, eu mă sculam de la masa de scris. Эти 10 лет с 20 до 30 у меня были загружены страшно. Acești 10 ani de la 20 la 30 au fost foarte încărcați. И когда я писал диссертацию, я еще был пастором в церкви, и у меня была церковь, самая крайняя точка, которую я обслуживал, это тоже моя была группа, 1500 километров от Тюмени на север. Я сутки ехал в поезде, чтобы провести вечерю. Și paralel pe lângă aceasta, eu mai eram și pastor a bisericii, și o biserică, o grupă pe care o aveam de la orașul din care stăteam era la peste 1500 de kilometri spre nord. Но я знаю, что такое одиночество. Вы думаете, я не хотел влюбляться, я не хотел жениться, я хотел. Și eu știu ce este singurătate. Voi vă gândiți că eu nu doream să mă căsătoresc, să am o relație. Но как-то мне не получалось встретить ту девушку, которую я бы мог ну так полюбить и связать с ней свою жизнь. А чем ты старше становишься, тем ты больше начинаешь думать. Și eu căutam, doream, dar nu găseam acea persoană cu care să -mi unesc viața. Și cu cât ești mai matur, cu atât mai mult gândești. А чтобы создать семью, надо же быть немного того. Dar ca să întemeiezi o familie, trebuie să fii oleacă. Потому что когда человек совсем молодой, он мало думает, и все, он быстро создает семью. А когда ты старше становишься, ты же начинаешь думать. А когда ты начинаешь думать... Fiindcă atunci când tinerii sunt tineri, ei au făcut și gata, s-au căsătorit și gata, dar atunci când prinzi la minte, tu începi să gândești. То все страшнее и страшнее становится. Și atunci când tu te gândești tot mai mult și mai mult, este mai groaznic și mai groaznic. Поэтому то, что я вам рассказываю об одиночестве. De ce eu vă spun despre singurătate? Это то, что я пережил. Acesta este ceea ce eu am retrăit. И Господь все эти годы учил меня находить в нем полноту жизни, смысл жизни. Și Dumnezeu în toți acești ani m-a învățat pe mine să găsesc în El plinătatea vieții și sensul vieții. Для того, чтобы я мог потом служить своей жене. Pentru ca mai apoi eu să slujesc soției mele. Вы не можете заставить другого человека вас полюбить. Voi nu puteți impune pe altă persoană să vă iubească. Вы не можете заставить сами себя влюбиться. Voi nu puteți să vă impuneți pe voi să vă iubiți. И если вы оказались в той ситуации, что вы никак, ну, вы не можете справиться со своим одиночеством. Și se întâmplă așa situații, că voi nu puteți să vă rezolvați singurătatea voastră. То молите Бога, чтобы Он дал вам пережить ваше одиночество как благословение. И это возможно, пережить свое одиночество как благословение Господне. Și я так în acest moment rugați-vă lui Dumnezeu, că El să vă învețe să priviți la singurătatea voastră ca o binecuvântare și să o primiți ca o binecuvântare. А теперь мы почитаем записки, а потом, если будет время, продолжим. Da, este такой вопрос. Сначала прочитаю на румынском, потом на русском. Да, De ce băieții nu sunt sinceri? Потому что, почему парни не искренны? Почему парни не искренни, да? Да. Или по-другому записка звучит? Да, так. Почему парни не искренни? Я вам скажу. Да, вы спуни. Но на самом деле не только парни не искренни, но и девчонки тоже не искренни. În realitate, nu doar băieții nu sunt sinceri, dar și fetele. Какие довольные это пацаны, а? Какие бурные аплодисменты, а? Ce aplauze furtunoase din partea băieților. Понимаете, в чем дело? Каждый человек, chestia. Fiecare om в той или иной мере, într-o măsură mai mică sau mai mare. Тоже. Несмотря на то, что они такие, у них там понтов выше крыши. Некотин для чейка, а у них те лукрури, мой сус для купериш. У пацанов тоже очень много страхов. Боецы для семени, а у фарте мульти фрич. Страх порождает неискренность. Фрика консолидиазе несинчеритатя. Почему человек неискренен? Потому что он боится быть самим собой. De ce несинчер? Din cauza că el se teme să fie el însăși. И он окружает себя какой-то фальшью для того, чтобы защититься. Și el se înconjoară cu anumite falsuri pentru ca să se apere. И невозможно заставить неискреннего человека стать искренним, сказать: "Ну-ка, давай становись искренним".
Și este imposibil ca să-l impui pe un băiat care este nesincer să fie sincer. Nu poți să ceri de la el să-l impui. Я вам сейчас расскажу одну свою любимую историю. Я ее в разных ситуациях рассказываю. Может быть, кто-то ее уже слышал, кто смотрел там меня по интернету, но расскажу. В одной общине проходило крещение. Într-o comunitate avea loc botezul. Там не было окон. Nu erau ferestre. В залах было искусственное освещение. În sală era luminare artificială. Вот по центру сцены был бассейн. Pe centrul scenei era un bazin. С той стороны, где Денис, переодевались женщины. În partea aceasta a mea se schimbau за femeile. За занавеской, конечно. Да, după perdea, desigur. А с этой стороны за занавеской переодевался один мужчина. Dar din partea cealaltă, după perdea, se schimba un bărbat. И женщины переоделись быстрее. Și femeile s-au schimbat mai rapid. И первой в бассейн пошла женщина. А ступеньки в бассейн были со стороны занавески, где переодевался мужчина. Și prima din bazin a ieșit o femeie, iar scările erau în partea cealaltă în care se schimba bărbatul. И женщина пошла в бассейн. Și femeia prima a pășit în bazin. Ступенька была скользкой. Scara era lunecoasă. Она... Дай мне стул, пожалуйста. Она ухватилась за занавеску, за которой переодевался мужчина. Și atunci când intra în bazin, s-a apucat de perdeaua unde se schimba bărbatul. И перед всем залом предстал мужчина, единственной одеждой которого был стул. Și în fața sălii a apărut bărbatul, care era acoperit doar cu un scaun. Диакон быстро сориентировался, выключил свет. Diaconul s-a orientat foarte repede și a stins lumina. Он надеялся, что в темноте мужчина что-нибудь на себя наденет. El a sperat că în întuneric bărbatul repede se va îmbrăca cu ceva. Но когда он через несколько минут включил свет перед общиной, так и стоял этот онемевший от страха мужчина. Dar peste câteva minute când a aprins lumina, acel bărbat așa și stătea acolo cu scaunul. А теперь представьте себе, если бы пастор подошел к этому мужчине и сказал: брат, отдай стул. Și imaginați-vă, dacă sunteți pastor, te apropii de el, spune: frate, dă scaunul. Этот бы человек сражался за стул до последней капли крови. Acest bărbat s-ar fi luptat pentru acest scaun până la ultima picătură de sânge. Вот это как раз про неискренних людей. Неискренний человек — это тот человек, который с вами вот так вот, он прикрывается. Și acest exemplu este exact despre acei oameni nesinceri care în relația cu voi, în discuția cu voi, iată așa se ascunde. И сказать неискреннему человеку стань искренним — это все равно что сказать этому человеку отдай стул. Și atunci când tu dorești să ceri de acest om ca el să fie sincer, este tot aceea ca să-i spui că dă scaunul. Неискренний человек — это испуганный человек. Omul nesincer este un om speriat. Поэтому единственное, что вы можете делать, девушки, deci, singurul lucru pe care voi, fetelor, puteți să-l faceți, давать понять этому человеку, парню, să-l faci pe acest băiat să înțeleagă, и это не произойдет за одну встречу, за две встречи, что вы действительно готовы принять его всяким. Și voi va trebui să-l faceți ca el să înțeleagă și lucrul acesta nu se va întâmpla peste o întâlnire sau două, că voi într-adevăr sunteți gata să-l primiți pe el așa cum este. Ну вот. Ещё одна записка по-русски. Вот тут у меня. По-русски. Почему парни не понимают намёков? De ce băieții nu înțeleg аберрациile, да? Слушайте, но парень – это диагноз. Deci, băiat, acesta este diagnoz. Но есть другая сторона. Dar este o altă latură. Многие девушки и даже женщины, когда я консультирую семьи, я вижу, что многие женщины и девушки этим страдают. Eu, de fapt, am vizitat mai multe familii și am observat că multe fete sau femei suferă din cauza aceasta. Ты должен меня понять. Tu trebuie pe mine să mă înțelegi.
Мужики не так устроены. Бărbații nu sunt făcuți așa. Это у женщин так. La femei este așa. Две женщины, я упрощенно говорю. Eu voi spune pe scurt. Două femei. Ни разу друг друга не видели. Niciodată nu s-au văzut. Первый раз встретились. Odată s-au întâlnit. Посмотрели друг на друга. S-au văzut una pe alta. И уже терпеть друг друга не могут. Și deja nu se pot suferi. Еще слова друг другу не сказали. Niciun cuvânt nu și-au spus una altăia. И ты спроси у такой женщины, а что такое, что произошло? Și tu întrebi o femeie, dar ce s-a întâmplat între voi? Я сразу все поняла. Și spune, eu deodată am înțeles totul. Парни, девушки, парни не такие. Băieții, фетелор, băieții nu sunt așa. С парнями намеками не надо разговаривать. Cu băieții nu trebuie să vorbești pe acest limbaj, cu намекuri. Пацану надо проговорить четко и ясно, и при том еще не один раз, прежде чем он поймет. Unui băiat, dacă dorești ceva de la el, trebuie să-i spui clar și nu o singură dată. Поэтому, не надо. И я вам хочу сказать, и в семейной жизни не надо строить отношения на намеках. Și de ce vă spun că deodată, că nici chiar în viața de familie nu trebuie să aveți o relație bazată pe aberații sau намекuri. Вот еще одна записка на русском. Cum? Aluzii, da. Существует ли истинная дружба между парнем и девушкой? Да. Poate să fie o prietenie între băiat și fată. Когда они родные, брат и сестра. Atunci când ei sunt frate și soră. Или двоюродные, спасибо. Ребят, не питайте друг друга и сами себя иллюзиями. Nu vă alimentați pe unul cu altul cu iluzii. Плоть еще никто не отменял. Deci natura sau corpul nimeni nu l-a înlăturat. Девушка может думать о том, что мы просто дружим. Fata poate să se gândească, noi pur și simplu suntem prieteni. Я не знаю, существуют ли такие парни, которые способны просто дружить с девушкой. Eu nu cunosc așa băieți care sunt gata pur și simplu să prietenească. Парень совсем по-другому устроен. Băieții sunt făcuți altfel. И вот сейчас я маленькую такую технику безопасности скажу, в первую очередь для девушек. Și acum voi spune despre o mică tehnică de siguranță, în primul rând pentru fete. Когда парень берет вас за руку, atunci când băiatul vă ia de mână, вы это испыт девушки, думаете, о, классно, мы за ручку, просто гуляем, да, мы гуляем, мы идем за ручку, мы atunci, гуляем. Atunci fata, desigur, poate să înțeleagă că pur și simplu mergem de mână, ne plimbăm de mână, ne ținem. Парень идет с вами тоже за ручку, так, а, мы гуляем, мы гуляем. Băiatul de asemenea merge cu voi de mână și ne plimbăm, nimic deosebit, ne plimbăm. А у него тот мысль, как бы ее за локоток-то взять, а? Și la el deja apare ideea, dar cum să merg mai departe, cum să o apuc de talie? Потом еще мысль, как бы ее это, вот, ну, как-то вот так погулять, да. А что вот так? Și pe urmă deja se ideea, dar cum să o cuprind și mai tare? Парень так устроен, что ему всегда хочется перейти на язык жестов и прикосновений. Băiatul este construit în așa fel că el permanent dorește să meargă mai departe și să facă mai multe gesturi. Не потому, что он развратник какой-то, просто у него вот тут такая природа у мужика. Nu pentru că este un несимțit așa, dar pentru că așa este construit el. Так, сколько по времени нужно встречаться? Cât timp trebuie să ne întâlnim? До 23:00. Până la 23:00. Но есть разные версии. Скажем так, если пара встречается уже 2 года и никак не поженится, это уже я начинаю обычно напрягаться. Deci, sunt mai multe păreri și una dintre ele este că dacă băieții și fetele au o relație de întâlnire de mai mult de 2 ani,
Но когда пара приходит через 3 месяца и говорит, мы уже готовы пожениться, я тоже начинаю напрягаться. Deci, eu încep să mă simt încordat, dar când tinerii vin după 3 luni și spun că nu suntem gata să ne căsătorim, eu de asemenea mă încordez. Поэтому есть еще вариант интенсивности общения. Одно дело, когда встречаются каждый день. Другое дело, когда, например, живут в разных странах и раз там в месяц или раз в неделю пересекаются где-то в скайпе. Это, ну, и вот в зависимости еще от интенсивности общения надо смотреть, deci, насколько они узнали друг друга. Totul depinde și de intensitatea întâlnirilor. Dacă ei sunt pe loc și se văd aproape în fiecare zi, este una. Și dacă ei sunt în țări diferite, în localități diferite și comunică doar pe internet, este cu totul alta. Но самый такой один из моментов, который можно, вот это для вас должна быть такая вот, ну важный такой момент, который вы должны учитывать. Но вы требуете оценить конт де ун лукру фуарте импортант на частой ситуации. Вы чуть-чуть становитесь готовыми к семейной жизни. Вы ун пик сунтесь гата пентру вяца де фамилия. Когда вы начинаете видеть своего парня или свою девушку не только в исключительном позитиве, но и вы начинаете реально видеть болезненные, негативные стороны их личности. Вы, pe lângă toate lucrurile bune pe care le știți despre partenerul vostru, începeți să vedeți reale lucruri și laturi negative din persoana lui. Вы не дружите и не влюблены в ангела. Voi nu prieteniți și sunteți îndrăgostit în înger. И вот первый показатель того, что иллюзий уже нет, и люди строят уже более-менее зрелые отношения, это тогда, когда они готовы принять друг друга со всеми тараканами, которые они обнаружили друг в друге. Și primul argument sau lucru că tinerii sunt gata să se căsătorească este acela că ei sunt gata să se primească unul pe altul așa cum sunt ei, cu laturile lor negative. Поэтому часто на добрачном консультировании я спрашиваю: вы уже ругались? De aceea foarte des la pregătirile premaritale eu întreb: voi deja v-ați certat? У вас уже были конфликты? Voi deja conflict ați avut? Мы так друга любим, какие конфликты? Nu, noi ne iubim unul pe altul. Cum să avem conflicte? И вот тут я начинаю напрягаться. Și atunci eu mă încordez. Я объясняю им: ребят. Și eu le lămuresc: băieți. Счастливая семья – это не та семья, где не бывает конфликтов. O familie fericită nu este familia în care nu sunt deloc conflicte. Истинная любовь – это не та любовь, где нет конфликтов. O dragoste adevărată nu este aceea în care nu sunt deloc conflicte. Это та истинная любовь там, где люди умеют здраво выходить из конфликтов. O relație sănătoasă este aceea în care doi oameni ies sănătos și pot să iasă sănătos din conflicte. Умеют прощать. Pot să ierte. Умеют снисходить. Pot să se înțeleagă. Умеют понимать, что у любимого человека есть стороны, черты характера, которые останутся с ним до последнего вздоха и которые ты не переделаешь. Și încep să înțeleagă că partenerul tău are niște laturi din caracterul său care vor fi permanent până când el va muri și tu nu poți să le schimbi pe ele. Вот. Как дать понять парню, что он тебе не нравится, если он пытается клеиться и понравиться мне, но я не хочу его обидеть? Încă o întrebare, cum să-i dai de înțeles băiatului care face pași concreți ca să fie lângă tine, dar mie nu-mi place de el? Девочки и мальчики. Băieți și fete. Нужно учиться быть открытыми, не жестокими, но в то же время честными. Învățați-vă să fiți deschiși, nu foarte duri, dar sinceri. Напишите такому парню коротенькое письмо. Scrieți-i băiatului o scrisorică. Объясните ему, что при всех его положительных качествах вы не можете заставить себя его полюбить. Scrieți-i foarte delicat că pe lângă toate calitățile bune pe care el le are, voi nu puteți să vă impuneți pe voi să-l iubiți. Напишите это письмо сегодня. Scrieți această scrisoare astăzi. Не отправляйте, перечитайте его завтра.
Dar nu o trimiteți. Citiți încă o dată mâine. Может быть, вы что-то там измените, подкорректируете. Poate că o să corectați ceva, o să schimbați. Подождите еще сутки. Mai așteptați o zi. Еще раз прочитайте. Încă o dată citiți. И потом отправите. Și după aceasta trimiteți. Сделайте так, чтобы это было красиво, культурно, вежливо и в то же время предельно понятно парню. Стараюсь, как часто София фрумос, деликат, дар, шика, боято сенцеляга. Что вы не его вариант? К вой ну сунтец потребита пентруел. Какова должна быть максимальная разница в возрасте между парнем и девушкой? Каре требуя София диференция максима де вырста один требоят чифата. Есть исключения, но средние, как бы, вот до 10 лет. Deci, părerea generală este că până la 10 ani. До 10 лет. Până la 10 ani. Я имею в виду, не девушка должна быть старше парня. Adică cum, fata trebuie să fie mai mare decât băiatul. А парень старше девушки. Dar băiatul trebuie să fie mai mare decât fata. Не вариант, когда парень находит себе... Ну, снова же, есть исключения, но это не лучше. Sunt exemple. Такие семьи могут быть счастливыми, но когда жена старше, это немного не то, потому что часто жена начинает выполнять роль мамочки в семье. Sunt așa cazuri, dar atunci când femeia este mai mare, mai matură, vine perioada în care ea deja arată nu ca soție, dar ca mamă pentru soț. Вы думаете, аналитичная, насколько же у тебя-то, а? Разница. Чего вы гандите, да, латине, че вырста латине есть? Я в норме. Я еще в норме. Я старше своей жены на 9 лет. Ламиненко, есть норма адмиса. Сон май марди кацоте ку ноуань. И вы знаете, чем дольше мы живем, вот мы недавно с моей женой разговаривали, и мы понимаем, что наша семья это чудо Божьей благодати. Și cu cât mai mult noi comunicăm, chiar nu de mult am vorbit pe tema asta, aceasta cu soția mea, și noi ne dăm seama că familia noastră este minunea Harului lui Dumnezeu. Я с 10 лет рос без отца. Eu de la 10 ani am crescut fără tată. У меня нет модели, что значит быть мужчиной и мужем и отцом в семье. Și eu nu știu un model cum este să fii soț și tată în familie. Nu știam. И чем больше я вот сейчас вот эту семейную психотерапию изучаю, эти все вещи, я понимаю, что на самом деле у меня не должно было, не должно было бы получиться семьи. Și cu cât mai mult eu acum studiez psihoterapie, eu înțeleg că eu nu trebuia să am o familie. Это чудо Божьей благодати. Aceasta este minunea Harului lui Dumnezeu. Мы уже живем 21 год вместе. Și noi suntem deja 21 de ani în familie, împreună. И правда, это то, что Бог делает в моей семье. И я хочу, чтобы вы поняли самое главное. Не зря я вчера, я не знаю, как брата этого с бабочкой и золотистой зовут в черной траурной рубашке. И ну что, как его кема опять этот баят? Андрей. Андрей. Андрей, я сказал, помните, он меня спросил качество, да? Андрей меня спросил про качество într-o fată. Я сказал, что жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Și eu i-am spus că femeia care se teme de Domnul poate fi lăudată. Неважно, из какой вы семьи, из такой, как я, да, не полной семьи, я вырос, или у вас хорошая семья. Но вот самое главное, что вы должны понять, что без реального присутствия Бога в вашей семье полного семейного счастья у вас не будет. Și nu contează dacă unul dintre parteneri sau ambii sunt din familii incomplete. Aceasta nu contează absolut din cauza că primul lucru care trebuie să fie într-o familie este temerea de Dumnezeu. Любая счастливая семья – это чудо Божьей благодати. Orice familie fericită este минуня Harului lui Dumnezeu. Я вижу, как меня Господь просто учит, каждый день учит, как строить отношения с детьми, как строить отношения с женой. Și eu văd cum Dumnezeu în fiecare zi mă învață cum să construiesc o relație în familie, cu soția, cu copiii. Вот последняя ситуация. Ultima situație. Моей младшей 16. Fata mai mică are 16.
И, ну, она ж подросток. Я есть адолесцент. Она хороший подросток, я ее очень люблю. Я есть форте буна, я ее любез мульт. Ну, иногда случаются какие-то у нас. Dar câteodată se întâmplă niște așa, situații mai încordate. E, вот, ну, совсем недавно. Она говорит, пап. Și nu de mult ea spune, tată. У нас там на участке подстриги травку, я хочу пригласить своих подружек, и мы, ну, там у одной из них день рождения, мы костер сделаем маленький. Și spune, tată, eu am văzut acolo la noi iarba s-a tus și eu doresc să invit prietenile mele ca să facem un rug acolo. Я говорю, Анечка, да там вот такая вот травка, вот, вот такая, говорю, какие проблемы? Ну, там можно спокойно костер развести, я вам поставлю все. Зачем ее сейчас косить? Вот такая вот трава, не, не надо, что ты придумала, говорю. Și eu spun că, uite, acolo este așa iarbă, eu liber pot să fac un rug în altă parte, care este problema? Она говорит, ну покоси. Я говорю, не буду я косить, это все глупо, бессмысленно, не надо тебе это. Și я говорю, te rog, косește această iarbă. Și eu spun că nu voi коси. Я говорю, она говорит, я тогда возьму ножницы и сама ее буду там стричь. Я спомню, как я его лоа фарфичеле, и сингур воет я, а часто ярбы. Я говорю, ты что ж ты такое выдумаешь? Ну ты прекрати вообще эти глупости. Купот за наскочишь, а что чего термины куда ты чисто лукры? И жена моя тоже на нее. Ну что ты говорит, Аня, какие проблемы? Ну глупо вообще. Чисто те до семен сегодня. Чего ты проблемы фач ту? Я чувствую. Что между нами и ней образуется пропасть. Și eu simt cum între noi și ea se face o prăpastie. Она ушла в себя. Я с-a închis în sine. Пошла к себе в комнату. A mers în camera ei. Я хожу и молюсь, и говорю, Господи, ну вот как? Și eu stau și merg și mă rog, Doamne, cum așa? Я иду к ней. Mă duc la ea. Говорю, Анечка. Spun, Аня. Я покошу травку. Eu o să cosesc iarba. Я не понимаю, зачем это надо. Eu nu înțeleg de ce trebuie lucrul acesta. Но для меня отношения с тобой. Dar pentru mine relația cu tine. Дороже, чем вот эта вот трава. Este mai prețios decât această iarbă. Эта трава. Această iarbă. Не стоит того, чтобы портить отношения с тобой. Nu merită ca noi să stricăm relația. Я не понимаю, но я это сделаю, потому что мне это важнее. Твои отношения с тобой. Я не înțeleg de ce, dar eu o să fac, pentru că pentru mine este mai important relația cu tine. Я ж тебя говорю, очень люблю. Eu doar pe tine te iubesc atât de mult. И вот так вот. Раз. Și într-o clipă. И той пропасти, которая только что была, уже нет. Și prăpastia care era între noi deja nu mai este. Это Бог меня научил. А часто Дубнезе мам вацат. И вот я почему вам хочу сказать, ребятушки, без Бога. Да че ее воспунка боец, фара Дубнезе. Реального Бога, не того Бога, которого нас научили по воспитанию, вы привыкли, может быть, ходить в церковь, потому что родители водили, без вашего Бога, с которым вы встретитесь лично, который будет наставлять ваше сердце и преображать ваше сердце лично, без такого Бога ничего у вас не получится. Și fără acel Dumnezeu al vostru, personal, nu Dumnezeul acela pe care l-a studiat în biserică sau Dumnezeul părinților voștri cu care voi v-ați deprins, dar Dumnezeul vostru personal, doar El va putea elibera de aceasta, va putea zestra cu toate acestea. Ну, давай, читай. Как отвлечься и воздержаться от добрачных отношений? Cum să ne abținem de la relațiile până la căsătorie? Ребят, если это пацан написал, то я вам скажу. Dacă lucrul acesta a fost scris de un băiat, eu vă voi răspunde. У нас был в армии майор Васинович. În armată am avut un major pe familie, cu numele de familie Васинович. Он говорил, солдат должен 24 часа в сутки работать, а остальное время отдыхать. Și spune că soldatul trebuie 24 de ore în zi să lucreze, iar restul să se odihnească. Я вам скажу так. Пацан до свадьбы должен 24 часа в сутки работать, а остальное время отдыхать. Eu de asemenea vă spun așa, că băiatul până la nuntă 24 de ore trebuie să lucreze, iar restul să se odihnească. Работайте, занимайтесь спортом, нагружайте свои мозги, если они есть, конечно.
lucrați, ocupați-vă mintea voastră, ocupați-vă cu sportul. Чтобы у вас было ни одной минуты свободной. Ca voi să nu aveți timp liber, pentru ca să vă gândiți la prostii. Потому что в Духе Пророчества написано, что праздность – это проклятие. Когда у тебя появляются свободные минуты, fiindcă Spiritul Profetic spune că atunci când ai timp liber, и когда ты больше отдыхаешь, чем работаешь, вот сюда начинают лезть самые ненормальные мысли. Și atunci când tu mai mult te odihnești decât lucrezi, tu atunci ai cele mai strane idei. А когда ты сутки поштукатуришь дом, dar atunci când tu o zi întreagă vei tencui casa, все желания отомрут и останется только одно – поспать. Toate dorințele se vor da la o parte și va rămâne una singură – să dormi. Но есть еще один вариант. Dar este încă un вариант. Это снова для пацанов. De asemenea, pentru băieți. Поститесь. Să postiți. Пост еще никто не отменял. Постul nimeni nu l-a anulat. Я вас уверяю, на седьмые сутки поста. Я вас уверяю, что на а шапте зи де пост. Все пройдет. Тот у вас и тряка. На самом деле, видите, я могу сейчас сказать вам духовные вещи, это тоже важно. Deci, acest lucru de asemenea este important. Естественно, не надо лезть в интернет туда, куда в интернете не надо лазить. De asemenea, nu trebuie să intrați pe internet acolo unde nu trebuie să intrați pe internet. Не надо разжигаться. Nu trebuie să vă aprindeți. Наполняйте свою жизнь Божьим словом. Заполняйте свою жизнь интенсивным служением. Umpleți viața voastră cu cuvântul lui Dumnezeu, cu o slujire intensivă. Если это где-то, эти мысли и будут вас затрагивать, то это не будет настолько, что вы будете сходить с ума от отсутствия секса. Și chiar dacă veți avea astfel de idei, atunci ele nu vor fi atât de puternice, că voi să vă ieșiți din minți. У нас много вопросов. Ну давай, давай, давай. Опять парень, наверное. Почему девушки не смотрят на добрых, порядочных парней? De ce fetele nu se uită la băieții cu minți? Но мне кажется, что иногда добрые и порядочные парни бывают настолько скромными, что их доброта и порядочность никак не видны. Deci, am impresia că de multe ori băieții sunt atât de timizi și onești că aceste calități mai nu se văd. А на самом деле любая нормальная девушка только о том и мечтает, чтобы встретить по-настоящему доброго и порядочного парня. Dar în realitate fiecare fată normală dorește să întâlnească un băiat onest și cu minte. Я думаю, что если вы добрые и порядочные, и вы займетесь активным служением в церкви, și dacă voi sunteți bun cu minte și onest, вы veți implica activ în biserică. Обязательно найдется девушка, на которой обратит на вас внимание. Неапărat se va găsi o fată care va atrage atenția la voi. Что, по-русски, да? Как относиться к бабникам? Если он с тобой погулял пару дней, делал комплименты, а потом нашел другую. Deci, cum să avem, ce atitudine să avem față de fătălăi, care două-trei zile cu tine s-a plimbat, ți-a făcut complimente, iar pe urmă a trecut la alta. На самом деле, я для девочки это больно. Pentru fete, în general, acesta este dureros. Пацаны, нельзя играть с чувствами девочек. Nu trebuie să vă jucați cu sentimentele fetelor. Это кто так делает? Cine face lucrul acesta? С девочкой поступает подло. Procedează foarte urât cu fetele. Если ты не понял, любишь ты ее или не любишь, нравится она тебе или не нравится, не надо играть с ее чувствами. Dacă tu înțelegi că ea ție nu-ți place, nu te juca cu sentimentele ei. Может быть, тебе все равно, но девочке это может быть боль и травма и эмоциональная на долгое время. Poate că ție este tot una, dar fata poate avea o traumă emoțională pentru mult timp. Поэтому для девочки, которая такое пережила, ну что ж, молитесь за обижающих вас, благословляйте проклинающих вас.
Deci, pentru fetele care au parte de așa ceva, rugați-vă pentru acești băieți. Раз, когда этот недостойный подлец всплывает у вас в памяти, просите, чтобы Господь его благословил. А Господь может благословить его так, что ему мало не покажется. Și de fiecare dată când în mintea voastră apare imaginea acestui băiat, rugați-vă ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Și dacă Dumnezeu va binecuvânta, el va avea mult de suferit. Обратный вопрос. Почему девушки не бывают искренними с парнями? Ну, это то же самое, я уже ответил. Есть același lucru, да. Тоже страшно, тоже боятся, тоже исполнены тревоги, и тоже в какой-то фальши пытаются прикрыть вот себя. Тут уже послание. Я выбираю вот эту часть. К Александру. Да. Как нужно переписываться с парнями, если нет возможности увидеться? Что нужно писать, а что нет? Ну, знаете, во-первых, вы должны понимать, переписка в интернете и вообще любое интернет-общение, оно очень сильно и интенсивно может всколыхнуть ваши чувства, потому что вы на самом деле общаетесь с виртуальной реальностью. Întrebarea a fost următoarea. Cum sau cu ce să începi o conversație cu un băiat sau o fată pe internet atunci când nu ai posibilitatea să te vezi. Поэтому... Deci, conversația pe internet, ea poate să clatine foarte mult relația voastră și părerea unul despre altul. Și emoțiile. Da. Поэтому один очень важный принцип. Есть он принцип очень important. Это касается любого мало, даже если немного нагруженного эмоционально интернет-общение. Deci, aceasta se referă la conversația pe internet, care nu necesită anumite eforturi. Там, где присутствуют эмоции, пауза между перепиской должна быть достаточно большой. Не надо отвечать сразу же. Acolo unde sunt emoții, atunci pauza dintre conversații trebuie să fie cât mai mare. То есть, вот даже если иногда бывает так, я там в Фейсбуке там смотрел, люди начинают ссориться. Я вам скажу, в интернете, да? Многие люди, вот я вижу, как их вот эта воронка негативных эмоций начинает засасывать, и люди не могут уже из нее выйти, мгновенно друг другу отвечают, уже не думая, что они пишут. Și eu observ cum pe oameni îi copleșește acest sentiment de ură, că ei nu se gândesc la ceea ce scriu. Поэтому договоритесь со своим парнем, что, и чтобы он тоже понимал, что это нормально, что вы, например, будете отвечать друг другу. Deci ea vorbiți unul cu altul, că vă veți răspunde unul altuia. Вот если это ну, такое большое письмо, да, там, ну, в смысле, через сутки. Că veți răspunde peste o zi. В течение суток перечитайте его сообщение. Помолитесь. Pe parcursul acelei zile citiți încă o dată mesajul lui, rugați-vă. Попытайтесь понять, что он хотел сказать вам тем, что он вам написал. Încercați să înțelegeți ce a dorit el să vă spună prin ceea ce v-a scris. Но не отвечайте сразу же. Dar nu răspundeți deodată. Вы можете попасть в такую воронку страсти. Puteți să intrați водоворот страстей. Да, în așa o tensiune și patim, из которого вы не выберетесь. Din care nu veți putea ieși. Я встречал женщин, которые начинали, замужних женщин, которые начинали общаться по интернету с мужчинами, но не с мужьями. Deci, и их эта переписка засасывала настолько, что разрушали семьи. Они ни разу не встретились с тем человеком, с которым они переписываются. Но сама переписка разрушала семьи, потому что настолько эмоционально это захватывает человека, что человек уже начинает ничего не перестает, безумие просто впадает. Deci, я văzut femei care, femei maritate, care pe internet încep să vorbească cu alți băieți. Cu alți băieți și ele atât de mult s-au implicat în această conversație că a avut de suferit familia lor. Я сейчас попытаюсь покороче.
Можно ли читать романтическую литературу, если у тебя есть парень? Не разрушит ли это их, ваши отношения? Лучше не читать. Putem să citim literatura romantică atunci când deja aveți un partener. Nu veți avea de suferit din cauza acestei literaturi? Романтическая литература задает модели отношений между мужчиной и женщиной, и не факт, что эти модели библейские. Deci, литература романтика презента ниште модели пентру релации, и ну есть факт, что эти модели сон библичи. Можно ли девушке признаться в чувствах или любви? Poate oare o fată să-și deschidă prima, da, sentimentele și dragostea? Но вы знаете, если вы признаетесь в чувствах перепуганному парню, то завтра его похоронят просто. Deci dacă voi vă veți deschide sentimentele unui băiat speriat, atunci mâine el va fi mormântat. Есть парни, которым нужно признаться в чувствах. Нормально. Sunt băieți normali, cu care poți să-ți, în fața căruia poți să-ți deschizi sentimentele. Но лучше это сделать. Dar mai bine de făcut aceasta. Снова же, вот смотрите, то, что касается эмоций, вот здесь нельзя спешить. De asemenea, vorbim despre emoții, aici nu trebuie să ne grăbim. Например, напишите письмо своему парню. Deci, парню, который вам нравится. În primul rând, scrieți-i o scrisoare acelui băiat. Снова же, не отправляйте его сразу. Nu o trimiteți deodată. Помолитесь, подумайте, через сутки снова вернитесь к этому письму. Посмотрите, что вы написали вообще. Гândите вы, ругайте вы, ярыша дозы читить, ругайте вы, как сенцелезить, че есть скрис околу. Если у вас есть близкая и авторитетная подруга, дайте ей прочитать, если она знает о ваших чувствах. Dacă aveți o prietenă apropiată și de încredere, lasă ca ea să citească, să-și expună părerea. Помолитесь. Ругайте вы. И может быть потом... Și posibil pe urmă... Просто, я же понимаю, как это трудно. Я înțeleg cât este de greu lucrul acesta. Дайте письмо этому парню. Дайте această scrisoare acelui băiat. Вы знаете, как я признался в любви своей жене? Știți cum am făcut declarație de dragoste față de soția mea? Я же вообще конченый интроверт. Deci eu sunt un introvert terminat. И для меня признаться в любви это, ну... Это очень серьезно. Și pentru mine, ca să fac o declarație de dragoste, este un lucru foarte serios. Я помню, зимой с моей будущей женой мы возвращались с молодежного собрания. Eu țin minte cum iarna ne întorceam cu viitoarea mea soție de la adunarea de tineret. Она тоже училась на филологическом факультете, и она зашла ко мне домой взять у меня книжки какие-то там ей надо было. Ea de asemenea învăța la facultatea de filologie și a intrat la mine acasă ca să ia niște cărți pentru universitate. И я думаю, вот. Și eu mă gândesc acum. Дома никого не было, думаю, вот сейчас тот момент, когда я ей скажу. Și mă gândesc că acasă nu este nimeni, acum este momentul când îi voi spune. Что я ее люблю. Că o iubesc. Была зима. Era iarnă. Она уже оделась уходить. Я deja s-a îmbrăcat ca să iasă. Я одеваю... Ну как, шубу для того, чтобы ее проводить. Я îmbrac haina de supra groasă pe ea. Одну руку я уже вдел в рукав. Deci cu o mână deja am îmbrăcat mâna ei. И вторая рука у меня так в рукав только зашла. Și я вот так стою. Cu a doua mână deja încep să o cuprind și stau așa. Или сейчас, или никогда. Și mă gândesc, ori acum, ori niciodată. И примерно это выглядело так. Și a arătat în felul următor. Алечка! Я тебя люблю! Можно без перевода. Я чуть не умер, правда? Я маю на умри таколо. Сейчас она мне говорит, скажи мне три слова. Acum я спуне, спунем трех-трей кувинте. Я говорю, я хочу есть. Я спун, еу, вряу са мананк. Вы
я ж понимаю, що вона хоче, щоб я сказав. Ну, я так, шутя, ми сміємося. Тобто, потому... інтелек, чи я дорешті сауда для мене. Поэтому, на самом деле, признаться в любви, раскрыть свои чувства, это очень, ну, как бы, ну, непросто. И, может быть, написать письмо легко. В реальности, ка с дески сентиментами не есть атак де ушор. Кто главный в отношениях, парень или девушка? Чине есть чел мой импортант в реляции, баятул сау фата? Или они равны? Сау ей сунт эгаль. Ну, смотря в чем, у каждого своя роль в отношениях, а в целом они равны. В реальности, мульт депинде, в че казури баятул требует сей мой импортант сау фата. Как показать парню, что ему нужно подкачаться? Ага. Cum să-i arăți unui băiat să-i dai de înțeles că el trebuie să-și facă mușchi? Как объяснить девушке, что ей нужно похудеть? Вот это не надо делать. Dar cum să-i dai de înțeles unei fete că ea trebuie să slăbească? Чтобы никто не обиделся. Așa ca să nu se supere. Да, парню подарить на день рождения надувную гирю. Deci, băiatului să-i dai la ziua de naștere o cantelă gonflabilă. Eu vă очень прошу. Vă rog foarte mult. В отношении тела девушки. În privința corpului fetei. Я сейчас скажу грубо. Voi spune dur. Заткнитесь. Închideți-vă. Худая она. Este слабă sau mai пеленуță? Она такая, какая она есть. Este așa cum este. Не можете ее принять такой. Dacă nu o puteți primi așa, не начинайте. Nu începeți. Может быть, когда создастся семья, она родит одного второго ребенка, она станет два раза еще больше. Poate că atunci când veți întemeia o familie, va naște 1, 2, 3 copii, ea va fi de două ori mai mare. Для девушки тема тела. Pentru fete, tema corpului. Очень серьезная тема. Este o temă foarte serioasă. И очень для многих девушек это тема связана с огромной болью. Și această temă pentru multe fete sunt foarte, foarte dureroase. Поэтому, если любите ее такой, какая она есть, с тем телом, которое подарил ей Господь. Deci, dacă o iubiți, iubiți-o așa cu corpul ei cu care a înzestrat-o Dumnezeu. Как найти своего парня? Cum să-ți găsești băiatul tău, partenerul tău? Да просто все, и сложно. Nu este greu. Просите у Господа, чтобы он открыл вам глаза на вашего парня. Rugați-l pe Dumnezeu ca el să vă deschidă ochii, ca să-l vedeți pe băiatul vostru. Очень часто ваш парень может быть очень, ну, совсем рядом с вами, но вы можете его не замечать, потому что он не вписывается в ваши модели. Se întâmplă adesea ori că băiatul vostru este chiar alături de voi, dar din cauza că nu se înscrie în modelul avut de voi, voi nu-l vedeți. Вот немножко не понял вопрос, начинается ли кризис во время свиданий, как период разочарования в браке после романтического периода? Deci se întâmplă în relație ca să înceapă așa o criză. Да, вот на, прочитай. Но давайте я скажу это суть. Послушайте, в любых человеческих отношениях может быть кризис. În orice relație omenească poate să fie criză. И до брака, и после брака. Кризис și может быть. Și până la căsnicie și după căsnicie. Вопрос не в том, есть ли кризис, вопрос в том, как люди выходят из кризиса. Întrebarea nu constă este oare criză, întrebarea constă în aceea cum oamenii ies din această criză. Кризис – это не проклятие. Кризис может быть благословением. Криза nu este un blestem, ea poate fi o binecuvântare. Если пара становится на колени. Atunci când perechea se pleacă pe genunchi. Однажды в Израиле, в русскоязычной общине, я проводил лагерное собрание семейное. Odată în Israel, în comunitatea rusă, am petrecut o întâlnire pentru familiști. И ко мне подошел один человек и рассказал свою историю. Și față de mine s-a apropiat un bărbat care și-a povestit istoria. Он говорит, знаешь? Spune, știi? Я познакомился со своей женой в церкви. Eu m-am întâlnit cu soția mea în biserică. Он вдовец, у него умерла жена и у него двое детей его. El este văduv, lui a murit soția și a rămas cu doi copii. А ее до церкви оставил муж и ушел к другой женщине, и она осталась с двумя детьми.
Iar ea până la biserică a fost părăsită de soț care a plecat la alta și ea de asemenea a rămas cu doi copii. И он говорит, мы встретились в церкви, полюбили друг друга и через какое-то время создали семью. Noi ne-am întâlnit la biserică, ne-am îndrăgostit unul de altul și peste ceva timp am format o familie. И говорит, через несколько месяцев наша семья превратилась в ад. Și peste câteva luni familia noastră s-a transformat într-un iad. Помимо сложных отношений у нас друг с другом, отношения с детьми, ну, детей между собой тоже были очень сложными. Pe lângă faptul că relațiile dintre noi s-au intensificat, de asemenea, relațiile dintre copiii noștri s-au înrăutățit mult. И он говорит, наступил момент, когда мы просто расстались. Мы не могли уже жить вместе, это было невыносимо. Și el spune că a venit un moment în care noi pur și simplu ne-am despărțit, a fost irezistibil ca să continuăm așa. И он дальше сказал слова, которые я никогда не забуду. Și el mai departe a spus cuvintele pe care nu le voi uita niciodată. Но мы любили Бога и боялись Бога. Dar noi îl iubeam pe Dumnezeu și ne temeam de Dumnezeu. И он говорит, мы с женой много молились. Și spune că noi cu soția mult, mult ne-am rugat. Мы расстались, но мы не вставали с колен, потому что мы понимали, это неправильно. Noi ne-am despărțit, dar noi de pe genunchi nu ne sculam din cauza că știam că aceasta nu este corect. И он говорит, и Господь соединил нас снова вместе. Și spune că Dumnezeu ne-a unit din nou împreună. И теперь он говорит, уже много лет мы вместе. Și acum, de mulți ani, noi deja suntem împreună. Если парень и девушка. Dacă băiatul și fata, bărbatul și femeia. На любой кризис в отношениях. La orice criză din relație. Реагирует молитвой. Реакционează cu rugăciunea. Если кризис ставит на колени. Dacă criza te pune pe genunchi. Они уже победители. Ei deja sunt biruitori. Вот сейчас еще. Как не запутаться? Любить это или любовь это или влюблённость? Cum să nu te încurci? Este iubire sau îndrăgostire? Смотрите, для влюблённость это необходимый этап в человеческих отношениях. Deci îndrăgostirea este o etapă necesară pentru om. Когда человек влюблён, ему не надо заставлять себя влюбляться. Там не надо никакого труда, тебя просто прёт. Atunci când omul se îndrăgostează, se îndrăgostește, el nu trebuie să fie impus, el deja s-a îndrăgostit. Pe el îl rupe. Любовь в отношениях начинается там, где начинается труд в отношениях. Dragostea, iubirea în relație, se începe atunci când se începe munca în relație. Труд прощения, труд терпения, труд Munca pentru răbdare, munca pentru терпение, снисхождение. Deci, înțelegere, răbdare, primire. И поэтому многие люди, почему вот так меняют отношения, да, меняют людей? Потому что хочется находиться все время в состоянии влюбленности, а не любви. Și de ce oamenii tot mai des își schimbă partenerii, se schimbă unul pe altul din cauza că ei doresc permanent să fie în acea atmosferă de îndrăgostire? Влюбился несколько месяцев в состояние влюбленности. Вау! Te-ai îndrăgostit și câteva luni ești într-acea stare de îndrăgostire și te uimești. Влюбленность ушла, наступает период труда. Îndrăgostirea a plecat, a ajuns perioada de lucru. И человек говорит, я ее разлюбил, пошел к другой, и снова начинается период влюбленности. Și omul spune că eu deja nu o mai iubesc și pleacă la alta și de asemenea se începe perioada de îndrăgostire. Любовь – это тогда, когда ты принимаешь человека со всеми его тараканами, видишь болезненные стороны его личности, видишь, что в чем-то он никогда не изменится, видишь его негативные стороны характера, и ты говоришь, я продолжаю тебя любить, я продолжаю тебя прощать, я продолжаю оставаться с тобой. Вот тут начинается любовь. Deci, dragostea este atunci când tu îl primești pe partenerul tău așa cum este el, cu toate laturile negative din caracterul său, cu toți gândacii negativi care te mănâncă și pe tine, dar din cauza că tu îl iubești, tu îl primești așa cum este el și tu nu o să-l schimbi. Я стараюсь дословно передать. Да я смотрю, что ты вообще. Хорошо, давай дальше читай. Или я по-русски, давай я по-русски я, а по-русски. У вас уже глаз набит на все письма. Да, ты мне набил глаза, понятно. С
парнем видимся очень часто. Внутри у обоих чувство тревоги за будущее. Иногда, находясь вместе, не о чем поговорить. Что делать? Какой это период отношений? В будущем хотим семью, уверены друг в друге, но как будто бы тупик в отношениях. Хороший очень вопрос. Ребят, иногда, когда у людей начинается тупик в отношениях, они начинают переходить на простите меня, на петинг. Если в лучшем случае. То есть пробуксовка в отношениях, ну давай будем целоваться, обниматься и исследовать тела друг друга. Я буду откровенен. Вот. И люди перестают развивать межличностные отношения, а начинают развивать межтелесные отношения. Deci atunci când în relație ajunge o încordare, oamenii deja, partenerii încep să treacă ca să rezolve această încordare cu ajutorul atingerilor, cu ajutorul metodelor fizice. Напишите мне на... Я вам вышлю, вот кто написал, или ну, кто захочет, или давайте мы проще сделаем. Я вышлю это Роману Михайловичу. Eu voi trimite fratelui Роман. Я думаю, контактные данные у него у вас есть, и вы тогда уже у него возьмете. У меня есть неплохие 100 вопросов. Eu am o listă întreagă de întrebări. Обсуждая которые, если искренне, не спеша, постепенно обсуждая ответы на вопросы, вы лучше вы можете пойти дальше. Распунсур вот в этом тупике взаимоотношений. Распунсур для чести интребер, вы путесь по урма селе читить. Ну, как хотите, я вышлю, а вы куда хотите, туда девайте. Чтобы никто не искал меня, как только получу материал, на сайте молодежного отдела можете зайти и почитать его. Ну, или почитать, а там можно скачать? Ну вот, я, в общем, Роману Михайловичу вышлю, да. Он уже этот материал. Это неплохо, знаете, иногда действительно кажется не о чем говорить, где-то все темы исчерпаны. Вот, и это не универсальные, они не идеальны, эти вопросы. Вы можете эти вопросы, какие-то из этих вопросов пропустить. Я обычно их даю на добрачном консультировании. Они помогают лучше узнать друг друга, понять, как твой любимый человек видит мир, чувствует мир, видит будущее и так далее. Deci acestea nu sunt întrebări ceva ieșite din comun, sunt întrebări foarte simple și voi vă veți alege voi ce vă este interesant vouă pentru relația voastră din aceste întrebări. Practic aceste întrebări eu le pun la pregătirea premaritală. Так. Да, давай, ничего. Дальше, следующий вопрос. Почему девушки задают дурные вопросы? De ce fetele dau întrebări stupide? Но дело в том, что глупых вопросов не бывает. Deci, în primul rând, haideți să începem cu aceea că întrebări stupide nu există. Если вам кажется вопрос девушки глупым, то это что-то про вас, а не про девушку. Și dacă întrebările vi se par stupide, atunci mai degrabă aceasta este despre voi, dar nu despre fete. Вообще, в человеческих отношениях очень важно поставить себе, между собой договориться. Давай мы дадим друг другу право задавать любые вопросы. И ни один из вопросов, который задан, мы не будем считать глупыми. Любимый человек, близкий человек имеет право задать любой вопрос. Și deodată când începeți relația, puneți-vă un principiu și faceți o înțelegere atât ca băiatul și cu fata că haideți să ne facem, să ne punem un scop, că toate întrebările sunt primite. Haideți să fim deschiși unul cu altul. Și dacă voi vă primiți și vă iubiți unul pe altul, atunci întrebările stupide nu există. Ha, ha, ha. Как найти идеальную половину? Это я не над вопросом смеюсь. Это я смеюсь над возможностью найти. Идеальных нет. Идеальных нет. Дорогие мои, не ищите идеальных. Нету. Ну каутать партнер идеаль. Ей ну экзиста. Как только вы начнете жить под одной крышей, atunci când veți începe să locuiți sub același acoperiș, вы поймете, что ваша возлюбленная тоже нуждается в унитазе.
Voi veți înțelege că dragostea voastră de asemenea va avea nevoie de veceu. Это жизнь. Este viața. Че, не надо было, да, так говорить? Так, тут, походу... А что вы думаете? Это жизнь. Мы не только пахнем. А часто есть вяца, ну, ну, дар миросим. Да. Да. Поэтому идеальных людей нет. Мы все люди. У нас у всех есть недостатки, в любом случае есть. Поэтому молитесь не о том, чтобы найти идеального человека, а молитесь о том, чтобы Господь дал вам полюбить того человека, которого Он для вас предназначил. Deci, oameni ideali nu sunt. Fiecare are a lui chestii negative. Deci, rugați-vă lui Dumnezeu ca El să... O чем? А я уже не помню. Deci, rugați-vă lui Dumnezeu ca El să vă dea putere ca să-L iubiți pe persoana aceea așa cum este ea. Tot un aspăhodul... Один и тот же человек? Почему парни хотят только секса? Ну, потому что они парни. Для чего боец и дурец секс? Потому что он боец. К сожалению, очень часто парень, зацикленный на сексе, это парень, который говорит о многочисленных тревогах и очень больших комплексах, которыми заполнена его душа. De regulă, băieții care sunt concentrați doar asupra sexului dau de înțeles că, de fapt, aceștia sunt niște băieți care au o gamă largă de complexe și probleme în ei. Все, давай дальше. Если человек знает, человек знает, что с конкретным человеком не воля Бога, как отказаться от него, и если уже очень привык? Да, это правда, это очень сложно. Deci, dacă o persoană înțelege că nu îl, înțelege că nu este voia lui Dumnezeu ca el să se întâlnească, să aibă o relație cu acea persoană, dar deja s-a deprins cu ea, cum să-l refuze? Иногда самому это невозможно сделать. Câteodată singur nu poți face lucrul acesta. Есть три вещи, которые могут вам помочь в сложных вопросах, не только в этом. Sunt trei lucruri care pot să vă ajute în întrebările grele, nu doar acesta. Люди Божии. Oamenii lui Dumnezeu. Слово Божие. Cuvântul lui Dumnezeu. И Дух Божий. Și Duhul lui Dumnezeu. Когда вы чувствуете, что вас уже засосало какая-то, да, вот болото какое-то засасывает, и вы не можете оттуда выбраться. Atunci când voi deja simțiți că sunteți într-o băltoacă și din care nu puteți să ieșiți, обращайтесь к людям Божьим, которые бы молились о вас. Adresați-vă la oamenii lui Dumnezeu care pot să se roage pentru voi. Иногда, когда человек начинает проговаривать свою проблему, он уже становится на путь победы. Câteodată, atunci când voi căutați ieșire din această problemă, atunci voi deja sunteți pe calea ieșirii din aceste probleme. Не отступайтесь от Слова Божьего. Nu vă depărtați de cuvântul lui Dumnezeu. И пусть сложная ситуация, когда вы находитесь в борьбе и не можете разорвать отношения, пусть она еще больше погружает вас в Божье Слово. Și fie ca situațiile prin care voi treceți, problemele prin care voi treceți, probleme de criză, și mai mult să vă apropie de Dumnezeu. И стройте свою жизнь так, чтобы позволить Духу Божьему преображать ваше сердце. Și dați-i voie Duhului lui Dumnezeu să vă transforme inimile voastre. Пушкин. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Правда ли это? Что с этим делать? Александру Пушкин a scris așa: cu cât mai mult, cu cât mai puțin iubim femeia, cu atât mai mult ei îi placem. Este corect lucrul acesta sau nu? Не думаю, что это правда. Ну, кредка, если коррект. Может быть, где-то в каких-то таких вот в игре между мужчиной и женщиной это работает. В серьезных отношениях нет. Poate că într-o joacă dintre băiat și fată, dintre bărbat și femeie, acest lucru și este, dar într-o relație reală, acesta este imposibil. Что там дальше?
Как понять, это твой человек или нет? И как понять, есть ли это воля Божья или нет? Послушайте, но куча всяких факторов, и снова же обращайтесь к людям Божьим, к Слову Божьему и к Духу Божьему. Același lucru, adresați-vă la oamenii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Если вот эти три источника говорят «да», și dacă aceste trei izvoare spun «да», то большая вероятность, что это ваш человек. То, atunci este o probabilitate foarte mare că acesta este партнерul dumneavoastră. Если есть какое-то несогласование, значит, это повод остановиться и, по крайней мере, не спешить в развитии отношений. Dacă este vreo neînțelegere, atunci acesta este un lucru care vă dă de înțeles că nu este pentru voi. Мне интересна дата тут. Не надо быть сыщиком. Дата. А, ты хотел понять, сегодня что-то покупали или нет? Вот именно. Вот и жук вообще. Если хороший и нормальный уважительный, если хороший нормальный и уважительный способ не работает, а парень не отстает, что делать тогда? Dacă un băiat nu se departează de tine, este oare vreo metodă нормально, где айда денцелеска, ну и пеплакул тео, да? Но на самом деле, если это, ну действительно так вот какой-то наглец появляется, который, как этот, как лопух прилип, вот этот, да, репей, да, прилип и не отстает. Deci dacă acest băiat este într-adevăr un îndărătnic și se ține de tine ca scai. Я, конечно, не могу универсальные методы сказать, но, может быть, есть смысл придать его наглость огласке. Сказать, знаешь, мне кажется, что мне придется о твоих таких вот настырности твоей, ну, предположим, рассказать пастору. Deci, или atunci, Роману Михайловичу, например. Poți să nu te rușinezi, poți să ridici întrebarea, să o spui și poți să ridici chiar și pastorului. Или я куплю балончик. Sau voi cumpăra un balonaj? И напишу на заборе твоего дома что-нибудь. Un balonaj cu vopsea și voi scrie ceva pe gardul tău. Нет, просто надо сказать, что я просто придам огласке твои приставания. Если ты так себя ведешь, я тебе сказала нет, а ты продолжаешь как бы лезть в душу, то я попрошу, чтобы мне кто-нибудь помог или тебе кто-нибудь помог отклеиться. Dacă tu nu vei înțelege, atunci eu voi ruga ca pe mine cineva să mă ajute sau pe tine ca să te dezlipești de mine. De check. Все нормально. Ты уже проверил, да? Все нормально. Вот. Это не наш. Все, давай, да. Подожди, вы вообще это, я удивляюсь, вы уже терпите? Ну, сколько осталось? Давайте. Три. Три. Ну, закончим, да? Да. Да. Așa. Este normal să visezi pe fata de care îți place? То есть, сначала вопрос, а потом пример дается. Значит, нормально, чтобы ты мечтал să visezi, чтобы ты мечтал о девушке, которая тебе нравится, но чтобы она была, наверное, в твоих снах. Например, вы тянетесь до мене, сарут, первый пример, то есть вы держите за руки, целуетесь. И не только, да? Так. Ну, почему про еще? Еще Шай Скрисен. Так. А, значит, можешь ли ты мечтать о девушке, что ты ее обнимаешь, целуешь, но в это время она встречается с другими. С другими, да. Все? Так, что мне делать в этом случае? Ребят, очень important. Обо всех эмоционально нагруженных состояниях своей души. Despre toate
structurile emoționale din inima voastră. Говорить и говорить с Богом. Despre toate acestea trebuie să vorbești, să vorbești cu Dumnezeu. Потому что то, что эмоционально нагружено, может довести человека до сумасшествия. Fiindcă atunci când omul are o încărcătură mare emoțională, el poate să-și iasă din minți. Я встречал обиженных людей. Eu am întâlnit oameni supărați. Например, которых несправедливо обидели. Действительно, в церкви несправедливо обидели. Spre exemplu, față de ei nu s-au purtat corect. И эти обиженные люди доходили до того, что они были готовы убить своих обидчиков. Настолько они эти эмоции их захватывали. Și acești oameni care erau supărați, erau gata să-i omoare pe cei care îi supără. Вы помните из книги «Царств», как сын Соломона Амнон? Țineți minte în cartea Împărați cum fiul lui Соломон, фиул Давид, Амнон? Сын Давида, Амнон, да. Мечтал о своей сестре Фамаре. Виса ла сора лой Тамара. Фамар же, да. И к чему это привело, что он ее изнасиловал? Și... Поэтому всякое, особенно там, где есть эмоции, светлые, добрые, негативные, всегда, Господи, сейчас я думаю об этой девушке. Я сейчас, Господи, мечтаю, мне так хочется ее обнять, мне так хочется ее поцеловать. Но, Господи, я рассказываю о своих желаниях Тебе. Я не остаюсь с этими желаниями сам с собой. Я буду говорить об этих желаниях, об этих мечтах с Тобой, Боже, и не отступлюсь от Тебя, потому что Ты единственный мой собеседник. De aceea, atunci când sunteți în această situație, spuneți lui Dumnezeu că, Doamne, eu visez la fata aceasta, eu visez să fac cu ea lucru acesta, dar eu acum mă adresez către tine, fiindcă știu că numai tu poți să mă înțelegi pe mine și să mă eliberezi de gândul acesta. Иначе просто до сумасшествия дойдете. Altfel veți ajunge să vă ieșiți din minți. Давай. И, наверное, предпоследний вопрос. Почему девушки, ну, в общем говоря, ищут богатых парней? Ха, потому что они девушки. Pentru că ele sunt fete. Но тут тоже все неоднозначно. Почему? Потому что на самом деле для девушки, если у парня, если парень сам заработал и сам стал на ноги, да, deci, это признак того, что он может обеспечить семью и быть отцом будущих детей. Deci este foarte important că pentru o fată, dacă băiatul singur poate să lucreze, singur poate să câștige, atunci înțelege că el poate să întrețină familia. Если девушка ищет богатого парня, у которого родители богаты, а он еще сам в жизни ничего не добился. Dar dacă fata caută un băiat sau găsește un băiat care are bani, trăiește pe banii părinților, dar singur nu a obținut nimic în viață. То это говорит о том, что девушка ищет не парня, а его богатство. Atunci acesta este spune despre aceea că de fapt fata nu se duce după băiat, dar după banii lui. Это говорит о крайней незрелости самой девушки. Și aceasta vorbește despre nematuritatea acelei fete. Поэтому все тут неоднозначно, но на самом деле, если девушка ищет, христианка думает только о богатом парне. Dar atunci când fata creștină se gândește sau visează la un băiat bogat, то скорее всего это не та девушка, которая станет женой боящейся Бога. Atunci cel mai probabil că această fată nu va fi, va deveni acea soție care se teme de Dumnezeu. Она станет женой, боящейся потерять богатство. Ea va deveni o femeie care se teme să piardă bogăția. И муж у такой жены будет всегда дурачиной и простофилей. Помните, как сказка Пушкина «Рыбаки и золотой рыбки», когда старуха всегда была недовольна и ей всегда было мало. Și bărbatul, la general vorbind, va deveni ca un peșor de aur care îndeplinește cerințele ei. И это последняя, самая красивая записка, да? Ты на меня так посмотрел, как будто... Нет, просто не по теме. Ну, давай. S-ar putea să se facă seminarii, cursuri despre introducerea în pastorație pentru tinerii din Moldova. Значит, можно ли сделать так курсы, семинары для... Если дословно переводить, введение в пасторстве для молодых из Молдовы.
Да, я думаю, молдавский у него, он с радостью такие вещи будет делать. А cred că Uniunea din Moldova cu bucurie va face așa seminare. Я знаю, что в Молдове замечательная традиция воспитания пасторов. Eu știu că în Moldova este o tradiție foarte frumoasă de a educa pastori. Которая, наверное, началась еще с Ивана Афанасьевича Гуменюка. Care probabil că s-a început încă din timpul lui Ivan Afanasievich Gumeniuk. Вот. И мне кажется, вот сколько к нам студенты приезжают из Молдовы. Și atunci când vedem studenții care vin din Moldova, 99% из них становятся, как я вижу, классными пасторами у вас в Молдове. 99% dintre ei devin pastori foarte buni aici în Moldova. И это не только результат того, что в Заокске они учились, это результат предварительного воспитания и взращивания здесь, в Молдове, до того, как они приехали в Заокск. Și acesta nu este doar rezultatul studiilor de la Заокск, acesta este rezultatul educației primite aici în Moldova. Вот. Поэтому, мне кажется, у вас все очень даже хорошо. De ce я am impresia că totul este bine la voi? Вот. Ну, наверное, все. Cred că gata. Давай еще одно дело хорошее сделаем. Давайте. Ребята, если у вас здесь парочки влюбленные, которые еще не семья, но которые уже хорошо дружат, есть? Sunt aici printre voi perechi care încă nu sunt familie, dar care prietenesc. А если партнера нету здесь? А где она? Да, я просто хотел бы помолиться за такие парочки, чтобы Господь благословил ваши отношения, чтобы Он сохранил вас от всякого зла, от всего нечистого и недоброго, что может быть в отношениях между парнями и девушками. Я дорика сама рог pentru aceste perechi, ca Domnul să vă păzească de orice rău și să vă binecuvânteze pe voi. Чтобы не важно, дойдете вы до создания семьи или вы однажды решите, что вам не быть вместе, чтобы для вас вот эти отношения, эта дружба, те чувства, которые вы переживаете, были настоящим благословением. Ca prietenia, relația dintre voi, într-adevăr, să fie ca o binecuvântare. Есть? Стесняются. Ну, идите. О, супер! Еще одна. Вау! Супер, класс, у вас есть такие. Ну ты тоже иди. Будем считать, что она рядом с тобой, Андрей. Здорово, идите, классно, молодцы. И я хочу, мне кажется, там вот президент Униона сзади сидит. Я хотел бы, чтобы он за вас помолился. Это ваш духовный папа. Да, я уж дори, как се роже пентру вой, președintele Униони. Acesta este ca un părinte spiritual pentru voi. Помолитесь за ваших детей. Класс, вообще, здорово. Браво. Правда, я так радуюсь, что у вас есть добрые чувства, что вы дружите. Супер. Хорошо, я так понимаю, что остальные стесняются, да? Но, как говорили, надо не бояться. Если вы так серьезно решили, то можете выйти сюда. Cum se spune, nu trebuie să vă temeți. Dacă ați hotărât serios, atunci faceți pasul acesta. Я благодарю брата Александра за то, что он показал нам, что можно сделать призыв на разных этапах нашего взросления. И mulțumesc fratelui Alexandru, că el ne-a arătat că se poate de făcut o chemare la diferite etape a maturității noastre. Потому а крещери наши. Научаясь доверять Богу и избирать правильный путь, мы в конце концов дойдем туда, куда и хотим. Финдка, atunci când noi îl căutăm, căutăm voia lui Dumnezeu, îl căutăm pe Dumnezeu, atunci noi putem cu toate acestea să ajungem acolo unde ne-am pornit. Da, давайте помолимся. Să ne rugăm. Отче наш, сущий на небесах, мы так благодарим тебя за то, что небо близко к земле. И особенно сегодня, когда у нас так много молодых людей, так много красивых юношей и девушек, так много доброго мы услышали о том, как правильно начать отношения, как продолжить их. Мы благодарим Тебя за
весь этот большой багаж знаний и помоги, чтобы он был полезен и был использован в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за то, что у нас в церкви есть молодые люди, которые хотят правильно начинать свои отношения, правильно продолжать, чтобы это был хороший христианский пример того, как можно быть Божьими людьми на всех этапах своей жизни. Мы просим, Господи, благослови особенным образом тех, которые вышли сюда. Это люди, которые уже прошли через периоды влюбленности, через периоды дружбы и хотят сделать следующий шаг к семейной жизни. Господи, только Ты знаешь, насколько это искренно, только Ты знаешь, насколько они подходят друг другу. Поэтому мы просим, благослови их Духом Святым, чтобы они, может быть, не через розовые очки, но реально через молитву могли оценить друг друга и могли бы решиться сделать правильный шаг в будущем. Господи, благослови нас также не бояться, если мы обнаружили что-то, с чем нам трудно мириться, может быть, расстаться, пока не поздно, и не причинять боль, которая может быть от долгих и долгих отношений, которые все-таки не закончатся ничем. Мы, Господи, просим, благослови их также и сохрани, чтобы их сексуальные, эмоциональные чувства находились под Твоим контролем. И чтобы они не сорвали запретный плод раньше времени, и таким образом, чтобы не огорчили Тебя, не огорчили друг друга и не испортили счастливое будущее свое. Просим, Господи, благослови и тех, которые находятся в зале молодых людей. Некоторые уже сделали выбор, но стесняются выйти, другие еще думают об этом, мы слышали много вопросов. Поэтому просим, Господи, благослови Духом Святым каждого и помоги, чтобы мы шли добрыми христианскими путями, чтобы мы не сходили с этого пути, чтобы мы не использовали мирские методы дружбы, отношений и могли бы оставаться христианами всегда. Господи, мы знаем, что Ты любишь нас больше, чем мы сами любим себя, больше, чем наши родители любят себя. И благослови, Господи, чтобы мы, ценя Твою любовь, могли искренне относиться друг к другу. Благослови наше будущее и помоги, чтобы еще были и молодежные лагеря, и конгрессы, и встречи различные, где мы лучше узнаем друг друга, где мы сможем познакомиться, подружиться. Но помоги, чтобы это было искренно, по-христиански, по Твоей воле, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ты один вышел, да? Ну, да? Да, хорошо. Переведи, пожалуйста. Спасибо всем вам, кто был здесь, и все, кто были с нами посредством соединения через сеть интернет. Mulțumim la toți care au fost astăzi aici și cei care au fost alături de noi prin conexiune pe internet. Тема актуальная, поэтому заметно, что она наше внимание завоевало. Тема есть актуальна, де чее се обсерва, ка атрас атенция ностра. Два объявления, связанные с последним вопросом. Două anunțuri în legătură cu ultima întrebare.